Тема газификации – одна из ключевых в Туапсинском районе. 28 августа в администрации Новомихайловского прошло совещание с заместителем главы поселения, представителями горгаза, тосовцами и жителями многоквартирных домов. На собрании узнали о порядке сбора и подачи документов и задавали интересующие вопросы. Так, например, чтобы перевести двухэтажный дом сжиженного газа на природный, потребуется 2,5 месяца и 51% желающих к нему подключиться. Обойдется это подключение в 10 тысяч рублей. Чтобы как бы этот процесс сдвинуть с мертвой точки, и люди поняли, что нужно подключаться и как это сделать. Потому что все вот эти разговоры, всевозможные сплетни, домыслы о том, что это там стоит огромных денег, чтобы это прекратить раз и навсегда, специально пригласили и проектантов, и представителей ПТО, и Туапсегоргаза, чтобы они прям людям, как говорится, из первого источника объяснили и по конкретным домам, которые уже созрели к подключению, прям проговорили, когда, кому, куда явиться и начать оформление документов.